из Голландии к нам приехал на продажу Nissan Qashqai 2011 года. Экономичный дизельный двигатель объемом 1,5 литра, коробка передач шестиступенчатая, механика, привод передний. Автомобиль в отличном состоянии и весь в родном окрасе. Салон без дефектов, как новый. Имеется большая панорамная крыша. Двухзонный климат-контроль, монитор сенсорный с Bluetooth, с навигацией, с AUX. На руле имеется круиз-контроль, управление мультимедией.